Среди многих сельскохозяйственных предприятий республики совхоз «Возрождение» Пудужского района известен высокими показателями в социалистическом соревновании животноводов. Со дня основания совхоза живет и трудится в нем Мария Александровна Кондрашова. Сейчас в ее группе 40 коров. За 9 месяцев этого года Мария Александровна надоила по 3300 килограммов молока от каждой фуражной коровы. Из успехов в труде доярки Кондрашовой, ее подруг, доярок других совхозов сложилась победа животноводов Пудужского района во всесоюзном социалистическом соревновании. ЦК КПСС, Совет министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили Пудужский район красным знаменем.